Всем доброго времени суток, с вами Артём, это 10-я серия прохождения вампира. Продолжаем дальше странствовать по мрачному Лондону времен Первой мировой войны и эпидемии испанки. Так, и тут я подумал, я хотел улучшить свое оружие, которым я пользуюсь для правой руки, собственно говоря, мачете. Оно, оказывается, больше не улучшается, поэтому давайте мы с вами выберем... А другое оружие, старая палица. Ну, старая палец, как вампир с палицей, как-то не очень. Я хотел какую-нибудь шпагу, саблю, меч, какое-нибудь что-нибудь такое. Поэтому, скорее всего, я возьму старую пилу, потому что она-то можно улучшать аж до 5-го идеальной пилы. Давайте мы сразу из старой пилы сделаем обычную. Так, увеличить наносимый урон на 10%, позволяет поглощать кровь, когда оружие наносит урон. Нет, давайте мы просто урон улучшим. Опачки. Так, могу ли я сделать хорошую пилу? Нет, мне не хватает части обычной рукоятки. Так, тогда мы можем что-то разобрать. А, нет, ну ладно, сразу я работать. Так, гвоздичное масло, переработать. Хватает мне маненечко. Ну, хотя бы уже будет получше, чем то, что у нас было. А вот на третьем уровне мы поглощать кровь сделаем. Сейчас просто на урон. Крови мне, в принципе, и при укусах хватает. Тогда мы меняем мачете. Смотрите, скорость атаки 15, 64 урона. А здесь 82 урона при такой же скорости атаки. Да, нас ждет выносливости побольше. Но ничего страшного не... Так, меняем. Вот это вот. Остается кол. Есть у нас также сыворотки. Ментально со 150 не здоровье, но это когда уж прям совсем пипец. И изучили мы бездну. Так, что у нас здесь? Поговорить с леди Эшби, забрать коробку Барри. Давайте пойдем по коробке Баррета Льюиса. Заберем ее. Может быть, там дальше какие-нибудь у нас откроются, собственно говоря, тайны этих двух друзей, которые уже не друзья. Второго, который бандит. Больной сын, все, короче, плохо, может быть, как-то мы сможем помочь. Скорее всего, нет, пока я не вернусь в доки район, я не убью там эту банду серых ботинков, или как они там называются, мокрые или ботинки, тогда, может быть, идет новую работу. Он ищет новую работу, ему отказали. Так, так, нам куда? Нам. Опа, событие. Произошло неизвестное событие. Безделушки не только. Это мне сейчас... Вперед, потом направо, еще раз направо. Окей. 12-й левел между тем у нас уже. Так, а ты кто? А, тебе нужно лекарство, которого у меня нет. Сейчас направо, по-моему. Так, здесь стоит мадама, которая продает здесь. Так, потом еще раз направо. Ну-ка, правильно я иду. Нет. Подожди, произошло событие. Ребенок где-то орет. Это в домах, все-таки люди живут. Так, пружинка. Мне нужна часть старой рукоятки. It's locked. Подожди, событие, которое произошло. Тут, но сюда не попасть. Мочек. Так, через верх. Можем прыгать. Так, а мне сюда, да? Запутаешься в этом Лондоне. Интересно. Сейчас не сдохнуть. Ну. Так, ну тут по-любому будут либо скали, либо привенцы. 12-й. Крепленный. Ой, они для меня говно. Так, одного умотали. Это попробовал. Да, ну смотри, рубит теперь получше, чем это сраное мачете было. Так, отлично. Я так понимаю, коробочка это вот здесь будет. Нет, колечко, кдин, колечко. Что тут никого, да? Так, подожди, ну-ка. А, ну да, где-то здесь должно. Давайте искать. Нет, нихера.
А, вон еще. Он девятый. Копеечные. Эх, вот старый пилотик. Ребят, где же коробочка-то? Так, а раз же железо. Что? Это я уже вообще не понимаю, куда ушел. Мне, скорее всего, внутрь, и он там находит опять этот, как его, бурдалак огромный. Держись плотнее, присматривай рюкзак. А, вон я. Так, и здесь у нас оборотень внизу ходит. Сейчас быть очень аккуратно. Здесь еще стража превенцы. Где он там? Вон он. Жрет кого-то. Что это? Старый топорик. Ну, топором как... Я вампир, а не... Целый пруд, свинцовая пластина. Все маленечко не то. Так, ну нам вниз. Тихо. Тихо. Так, подожди, ну-ка, пять. Вау! Вау! Она просто его из... просто ваншотнула. Обалдеть. Вот это способность. Резет разбавленный чистой крови. Портсигары, шиллинги. А ну здесь коробочка. Где сраная коробочка-то? Непонятно. Найти коробочку. Собрать коробку. Еду. Пятьдесят секунд. На, не 50, а на 90 с 30 уже прошло. Так, мне подожди, мне куда? Сейчас надо выйти. Так вот обогнуть. Мысли. Эй, что такое? И что за черня сейчас была? Говном каким-то поливает. За бомбу у них. Не вижу ничего. Нету выносливости, крови тоже нету. Да, да я тебя укушу хоть разочек. Хватит поливать каким-то дерьмом. Обалдеть, они чем-то теперь... Бомбы у них какие-то. Это что такое вообще появилось за оружие, я не понял. Кто их прокачать успел? Винтик, болтик. Это не то. Так, где эта сраная блядская коробочка? Сколько можно ее искать? Я уже не туда вышел. Путики, патрончики. Это уже выход из этой локации. Ничего не понимаю. Блять, еще один такой же.
Так, ну-ка. Хорош, она почти полностью ему хп смотрит. Отлично. Образец крови. Где коробочка-то? Ну ебить твою мать! Информация. Он поразил мне эту коробку с вещами, которую выронил во время бегства. Возможно, мне стоит пойти туда, вы сейчас говорите о заброшенных зданиях. Ой, назад. Ну я там был, там нет коробки, алло! Я все здесь зачистил уже, всех мутантов убил. Вампиров и привенцев. Наверх. Мается наверх. Вот единственный вход в это здание центральное. Вот, через Ф. Вот я внутри. А, то есть... Так, подожди. Там вышел, что ли? Не понял. Вот я в центральном здании. Ну, прям там, где надо. Серединку в серединке. Какую я здесь коробочку должен найти? Кто-нибудь видит какую-нибудь коробочку? Не понимаю. А еще выше. Как он там оказался? This could be the box. Lewis thought he lost. Он убежал. Как он здесь оказался на самом верхотуре-то? Это я-то сюда еле попал, вампир, а уж человек тем более сюда попасть никак не мог. Ну ладно, коробочку нашли, пойдемте отдадим. Наконец-то. Я-то ищу ее внизу, там написано. Когда я убегал, я выронил. Угу. Так, это святой отец. Он, кстати, своего помощника хотел, чтобы я нашел. Так, я твою коробочку принес. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my... Fancy buying something, sir? You never lose your focus. Подожди. Goodbye for now, Mr. Lewis. Добрый. Я что подобрал? Коробочка. А, я должен ее прочитать. Барретт, мне легко говорить это, но я буду откровенным. Дальше так продолжаться не может. По крайней мере, я так больше не могу. Если Джо про нас узнает, то мы, его жена и лучший друг, это его убьет. А потом он убьет тебя. Нам было хорошо вместе, но давай на чистоту. Я никогда не стану Джейн Льюис, ты это знаешь, и я тоже. Поэтому я разрываю наши отношения прямо здесь и сейчас. Если ты согласен, то когда-нибудь мы наверняка снова сможем быть счастливы. Ты, Джо и я. И тогда мы сохраним самую важную часть нашей истории. А пока я надеюсь, что ты простишь меня. Всего тебе хорошего, Джейн Питерсон. Ничего не понял, ну ладно. A love letter from Joe Peterson's wife, addressed to Barrett Lewis.
Who should I give it to, I wonder? Кому я должен его отдать? Решить, как поступить с коробочкой. Отдать коробку письму Барду Льюису, отдать коробку письмо Джо Питерсону. То есть, получается, его жена, которая умерла, мутилась тем. Была любовницей. Изменяла ему. Он ее просто сейчас убьет, и все. И чего? Его тогда... Не. Зачем? Он и так бандит. Там-ка я ему и я. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Окей. Так, подожди, у тебя right есть старая Show рукоятка? Me what you have. Мне нужна во. 59-100. Две. Где можно? Попродать можно. Окей. Так, отдал я ему. Расследование завершено. Я не хочу там еще больше проблем. Просто сейчас в ярости возьмет его и убьет. Его еще больше обвинят, полиции посадят. Тут ребенка общественного у него останется один. И сдохнет там от болезни и прочее. Нет, не надо. Она умерла, умерла. Все. Это все у них пускай забудется. Так, у нас здесь есть больные. Переутомление. Я... Ленин, ладно, священник я особо недолюблю, но я дам ему лекарство. И тебе дам. Собственно, почему бы и нет? Fancy buying something, sir? You never lose your focus. Давай побыстрее. Осмотр. Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Прекрати все бесплатно. Goodbye for хотя now, я не понимаю, можно было бы хотя бы по 5 монеток брать там, лекарства. Так, ладно, теперь мы с вами можем улучшить старую пилу, но это мы уже в больницу, когда вернемся. Так, священник, он, по-моему, сказал, что на кладбище его evening, помощник пошел. На кладбище, я так понимаю, мне еще рановато. Don't you fear getting sick yourself? Faith, give me all I need, my son. If I must fall, then so be it. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. That's for your generosity, my son. Okay. Так, больше тебя ничего нету, да? I have had enough for tonight. Goodbye. Итак, получается, в Уайтчепеле все. Давайте еще раз проверим. А вот еще неизвестно, этого мы убили. А в больнице нам еще надо будет найти товар. В больнице у нас, кстати... Мы же сейчас туда возвращаемся, да? Да. У нас тут переутомление, простуда, анемия... Головной боли у меня нету, переутомления, головной боли у меня нету, мигрени у меня нету, простуда у меня есть. Вот с этим мы еще не поговорили, Ракеш Чадана. Давайте тогда отправимся обратно. Как? Как двигать камерой? ВСД, я не понимаю, как двигать камеру в этой игре. Был. А просто правильно. Так, идем в больницу. Это мне сейчас как? Это мне сейчас вот это убрать надо. Маркер мой. Дал сюда. Да. Пошли по маркерам. Все, в этом райончике все. Сюда мы еще вернемся. О,
дополнительные всякие квестики. Все, бежим домой, в нашу больницу. Опыт качать. Но пока не прокачаешь. По Чепил Стрит критически. Здесь у меня, кстати, еще, по-моему, лежит квест. Вот мы сейчас, наверное, справимся с теми, нет? Вот. Ну-ка, это, по-моему, тут нигде... А, ну да, вот здесь это. Если мне сейчас до маркера, там повернуть налево. Что за район? Уже свои квесты, видишь, что? Ты не добежал? Human blood. Человеческая кровь. Whoever left these marks did so deliberately. Следы были оставлены намеренно. С кем-то дерется. Опа, убежище, хорош. Так, сейчас улучшим оружку. Там дерутся кто-то с кем-то. По-моему, Скали с привенцами. Так, обычная пила, улучшить до третьего уровня. Есть обычные рукоятки. В смысле, я же купил. А, я не могу, мне не хватает части обычной рукоятки. А я что покупал-то? Так, нам надо средства от переутомления сделать, по-моему, 3. Раз, два, 3. Средства от простуды. 3. Анемия там была у кого-то. Сепсис, по-моему, ни у кого не было. Пневмонии тоже ни у кого не было. Окей. Так. Определить мне пока нечего. Да, Скали дерутся с мужиком. Как ему помочь? Нужно как помочь. Нет? Рано. Помочь нельзя. Может, здесь? Он убивает мужика. 4 Скали его окружило. Здесь нет. Волки воют. Чепил Роунд. Вообще уже я Чепил Роунд какой-то. Дошли, убили мужика уже, он не кричит. Так, а я вообще правильно иду? Ну да, и мне здесь надо будет... А, вон... А, подожди. Сейчас надо будет повернуть... Да. Kill it, boy! Чё? Вообще здоровья не вижу. А, подожди, это какой-то непонятный. Что происходит вообще? Что происходит? Боссы какие-то. Что вообще происходит, я не понимаю. Да блять. Да хватит меня бить! Как ты меня увидел-то? Не понимаю, что происходит.
крови, вообще нету крови. Крови нету, а боссов нельзя кусать. И это все в откате. Кусай, 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 крови надо напиться, очень много надо крови. Можно кусать. Отлично. Какие-то Винсент Шинтен, Тоби Шинт. Брат, акробата 2 пришло. Сейчас, мужики, у меня в откате. Подождите. Да идите нахуй, у меня в откате все. Так, Винсент Шин убит, отлично. Блядский хуй, иди сюда. Кусай, 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 кусай. Отлично, и Шин убит, второй. Вот это опасно было сейчас, вот это опасно было сейчас. Охереть, два босса сразу. Два брата-акробата, Шин и Шин. Масло. Мне бы часть обычной рукоятки, или как она там? Ну, мне просто спасла вот эта вот способность моя новая. Которая просто ваншотит их. Не ваншотит. Ты все, что ли? Больше ничего не подберешь? Убивал, 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 убивал всех их миллионы. И реально больше ничего нет? Забыла западня до меня украсть отчет, который упоминается в Пембургской больнице. И все, это все, что можно было собрать? Серьезно? Винтик и болтик? Ну вы даете. Так, украсть... Что за дверь? Дверь какая-то. Да нет. Ты смотри, дома пустые. Да. Так, ну мы справились с этой засадой. Только обо мне докладывайте, я не понимаю, почему, когда что-то... Так, нам сейчас сюда, да? Хрен здесь скали, когда раньше здесь был страж Привена. Так, ну-ка. Эй! Мужики, давайте жить дружно. Как-нибудь, потихонечку. Как он успел на меня наброситься? Да хватит меня кусать, заколебете. Выносливости нет, выносливости нет. Че, какой быстрый-то? Тут раньше привенцы были, а сейчас тут что-то скали стали. Че, с вас ничего не падает, что ли? Я что-то не понимаю, где лут-то есть? Я себе обычно спускался. А, вот что я купил. Мне надо старую рукоять, а часть механизма купить. Я перепутал. Что-то с них вообще лут перестал падать. Один. Я убил 4 штуки, упал с одного. Где мой лут? Так, вот здесь сейчас жопа будет. Что не такое? Толстый где-то был. Давайте на него сразу. Опа. Какого хрена 18-го? Вы были 16-го.
Полз, ты умер? Нихера, а чё тебе как мало здоровья-то? Мне кровь нужна! Да мужики, дайте кровь! Дайте отсосу! О, спасибо! Еще разочек пососем. Сосать у нас лучше всех получается. Лут. Ведь что все не то? Мне нужна часть старой рукояти. Чтобы улучшить до третьего уровня мое оружие. Придется, наверное, этого покупать. Да, все говно! Так, ладно, ложная цель. Так. Ну я, по-моему, там туда, куда нужно пришел. Да, здесь надо куда-то подняться, убить их начальство. Винтики, болтики, масло. Что надо, не дают. Подожди, а где документ, который я должен? Какая банка? Не вижу. Так, а чё там Пермская больница 2 ноября? Разведчик, ля-ля-ля-ля. Сэр, мы наблюдаем за Пермской больницей уже 2 недели, можем подтвердить, что там действительно присутствуют вампиры. Во-первых, теперь у нас доказательство того, что в больнице находится женщина-кровосос. Леди, которой мы помогаем. Это хитроумная тварь. Чтобы скироматься, она выдает себя за психически... за психическую больную. Я лично пробрался в больницу, слышу, какое существо жалуется на то, что ее... понятно. На то, что ее тело разлагается. Но это еще не все. Администратор Пермской больницы доктор Суонси, по словам нашего командира Адаманты Тилтон, который погибла вчера в бою со скалем у канала, Суонси, возможно, является членом братства Святого Павла. Если это так, то в больнице, возможно, происходит что-то серьезное. Может, там даже логово вампиров? Их защищает председатель из братства. Мы не знаем, что делать, но убеждены, что он стоит побыстрее представить сюда подкрепление и тяжелое снаряжение. Ничего вы не пришлете, потому что я у вас все забрал. Мне нужна часть старой рукоятки. Почему этого нигде ничего не решает? Такая слишком редкая вещь, что ли? Подожди. Старый кол стражи Привена. Современный кол лучше его можно улучшать. Наш-то кол нельзя улучшать. Ну все, теперь хана всем живому на этом существе, на этом белом свете. Мы выполним с вами все задания. Успокоить Тельму Хоок. И вернуться назад. Темно. Ну все, теперь вообще красота. Теперь вообще красота. Ты что-то нету старой части рукояти. Все есть. Винтики, болтики, механизмы всякие, шурупики. Надо нету. Так, теперь нам из дополнительного квеста что еще такого, что прям надо было сделать срочно? Это принести части реактива для того, чтобы доктор молодой сумел спокойно провести свои процедуры. О, хрен, во-первых, он 18. Я не хочу с ним драться. Я всего 12, я маленький, беззащитный вампирчик. Вы меня кидаете против таких больших дяденек. Я почти вышел. Сейчас. О, все, ты мы с вами вернулись, наконец-то. Прям бегом побегу. Да, запрыгну. Он сказал, что нужно провести анализ химический. Крови того пациента, которого спасла медсестра. А, нельзя. Так, нам надо отдать сейчас всем. Так, улучшить кол. 2 уровня.
усиленное оружие. Опачки. Третий уровень. Крошечная часть обычной руки. Мне нужна обычная рука, ее нигде нет ни у кого. Так, ну эти я сделал. Сейчас пойдем всем отдадим. И поговорим еще с этим, как его. Успокоить леди и со всеми сейчас побазарим. Есть что? Ну, наконец-то мы вернулись. Наконец-то. Так, в первую очередь этой психованной сказать. И окей. Нормально, никто теперь за нами следить не будет. Тут она была. Еще с этим поговорить с индусом, доктор, который. Good evening, Miss Howcroft. Не доктор, но доктор. I need blood, doctor. Warm, rich, fun. Давай об этом. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, doctor. Why are they hunting me down? Потому что они тебя не за того принимают. There is no hunt, and nobody is searching for you. You're no threat to this hospital, and you have my word, you are perfectly safe here. Your lies demean you, Doctor. Do you really expect me to lower my guard? I know exactly who I am, and what I am dealing with. Ну а чё ты меня тогда послала? Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. А, у меня нет головной боли. I will come and check on you later. Ладно, всё. I'll leave you, mistress of the dark. Завершили мы ней квест. Ложные цели называют. Всё завершилось. О! Дали опыт. Хорошо. Так, чё кому тут надо дать? И ничего не надо дать. У меня нету. Так, переутомление. Анемия. Головной боли у меня нет, переутомление, простуда у меня есть, головной боли нет. Так, а где вот этот сидит? Где? Простуда. У нас такая есть, давай дадим. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Так, а вот так. Do you need medical? I'm afraid. А? Not under my watch, nurse. Thank you. Так, больше ничего на нету, подсказки необходимы. Goodbye, nurse. Так, дальше поехали. И далее. Главной боли у меня такого нету. Подожди, где-то это. Вот он. Чатра Кишан. Он, мы читали письмо у главного в кабинете. Он вроде как не совсем доктор-то. Случайно на войне, по сути, получил доктор, стал работать с ранеными по ошибке. Good evening. Мы его взяли в больницу. I'm Dr. Reid. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now I'm just Mr. Chadana. Pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. О, торговать. Ну, может, у тебя есть? Please show me what you have to say. Часть рукояти нужна. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can... Давай быстрее. Ой, нет, у тебя одни... Все не то. Good evening, Dr. Reid. Such a pleasure to see you again. Он на войне что-то там. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Even if the quiet can be appreciated. Дать лекарство какое? Утомление такое есть. Don't take too many risks with your health, Mr. Chadana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. Да, мы не вечны. But you have my thanks, Dr. Ничто не вечно под луной. Так, личные вопросы. Вы ростовщик? A pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Какие товары? What kind of goods? With the quarantine, видели, it's not always easy to buy things. So I trade. Точнее, I exchange. Some people sell, реактивы. Some others buy.
I like to help. Окей, что за покупатели? Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Окей. Все у нее хорошо, все у нее нормально, продает. Так, о. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot. Мы в письме читали об этом. Very hard, sir. But I rose to the challenge. Да, то, что он типа доктором стал только на войне. Нельзя. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Нам надо было отказаться. Do you realize how many soldiers died because of that decision? Да, you should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Ну окей. Ну его, короче, взяли в эту больницу, но взяли работать не доктором, а в морг. Потому что главный врач понимает, что он не настоящий. Да, он там резал, пульки вынимал. Там, может быть, ампутации элементарные самые. Но как врач он не врач. А вы работаете здесь один? Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. А, в главном морге мы были. А, кстати. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. А зачем эти тела хранить? Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Окей, редко появляется. Так, ну это все неинтересно у него спрашивать. Так, ладно, лечили, мы его вылечили. Он подтвердил то, что он не настоящий доктор, а так... Глаза закрыты. Дальше поехали. А, переутомление, это мы сейчас все сделаем. Сейчас все всем дадим. Орёт. Так, тебе что надо? Неми, у меня есть. Я все никак не вылечу. Да то же я все никак не донесу эти. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Новостей нет, а вот. Is there anything? Really? Так вот, я тебе дам. Unfortunately. Окей. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Переутомление, по-моему, этой мамаши, которая сыночка. Лебало его. Так, у тебя ничего, у тебя переутомление. Good evening, doctor. How is my son doing? Понятия не имею. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswell? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Не очень хорошо. На лекарство будет хорошо. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Окей. Так, я не понимаю. Это вот понятно, как вылечить. Это мы найдем реактив, он проведет опыт и проведет операцию. Выживет, не выживет, это понятно. А как вот этой помочь? Вот этому больным горлом. Главная боль, у меня такого нет лекарства. Я чего? Утомление есть так. Это меня не особо шибко любит. Я его не выбрал. You need my assistance. Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. А,
Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Ну дела у меня были в Уайтчепеле, чё я теперь делаю? Thank you for your time. Там главврач меня попросил. Так, кто остался? Так, далее. Такой нет лекарства, этому дали. Такого лекарства нет, этому дали. Такого лекарства нет, дали. Средства от простуды, мигрени. Мигрени нет, от простуды у меня есть, да? Да, от простуды есть. А где он? Подожди. Кто это еще раз? Ньютон Блайт. Наш. А, там на набережной что ли? Ари Джонсон. Она здорова, ее в больнице идет. Мартин Исвик. Так, они у нас, по-моему, вот здесь. Ну, я его друга-то нашел. Мне, кстати, должен отблагодарить. Вот здесь он гулял. Вот он. Я твоего другана нашел. Вы что, не встретились до сих пор? А, вы вместе тут? Так идите в больницу, вроде больницу. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers, and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Вообще без проблем. Так. Простуда. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Не беда, держи. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than. А друг, то не могу помочь, у меня нет такого лекарства. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Так ведь вы туда давным-давно должны были прийти. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald, he found me and saved me. Окей. Какая... Фу-фу. Так, идите. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Ну, сейчас уговорим. Goodbye, Mr. Blight. Я уговорим. Плюс мы его спасли. Он нам как бы обязан. Сходи в больницу, хрен ты пивко он стоит пьет. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes. This neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Хорош, так, у тебя мигрень, у меня такой нет лекарства. Вот отличные вопросы. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Perhaps you were trapped or locked in somewhere as a child. The horror of war could have brought this memory back to the surface. Are you joking? I grew up on a farm. I had a bloody fantastic childhood. Блять, подсказка не сработала. Ну я хрен знает, что у тебя там, из детства, не из детства. Иди в больницу. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these
fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. То есть этот его стал уговаривать в больницу, этот говорит, не пойду, разругались, разбежались и того чуть не сожрали. Обалдеть. Why did you run? What was the reason? В больницу он то хотел затащить. Newton wanted me to go to a hospital. I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. У тебя клаустрофобия. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Молодец, красавчик. А то информация. Острый справить свою клаустрофобию, привлек к услугам врачей. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? За клаустрофобию, что сказал. All they care about was their careers. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Лишь ты, свежий воздух. Я не знаю, как Goodbye, говорить. Не буду. Я лекарства дал все. Try to take care of yourself. Ты смотри, какие все, а? Не пойду, не буду. Башке вам дать, оглушить и довести до больницы. Он тут стоит курит. Как в больнице нельзя курить-то. Так, а где этот, как его? Водитель скорой. Так, всем дал, дал, дал. Такого нет, дал, такого нет. Дал. Нет. Все, отлично. Так, водитель скорой, он по-любому маленькую рукоятку у него можно купить. Не хватает маленькой рукоятки. Лучше оружие, и то, и то. Где? Стоять! Так, я тебя Good evening, Milton. Good evening, Doctor. I'd like to... Wise choice, Doctor. Во! Механизм. Вот! Покупаем. Вот, покупаем. Ай, мало всего этого у меня. Ладно. Так, поговори с леди Эшбери. Давайте поговорим. Где она? It's safer here. Than anywhere else in the East End. Она вот здесь была. А вон она. Окей. Давайте с ней поговорим. А как ей попасть, она закрылась. А. Все-таки это она жрет. Сука. Ты че ж творишь-то, а? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Вот это да, то есть была медсестра-то права. И медсестра была права, и стражи превенции, наверное, за ней следили больше, чем за той сумасшедшей. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? Меня использовали. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, Your Ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady. The blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so... As a friend, please accept this small token of my appreciation. Какой друг ты убиваешь? Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation,
I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Получается, да, правильно говорил, она убивает бедных ради забавы. То есть она здесь якобы ухаживает за ними и на самом деле прикрывает. А видимо доктор Солнце все войдет. А может доктор Солнце ничего не знает. Она дает огромные деньги на содержание больницы. Как бы помогает меценатам является. Ну обалдеть. Ну обалдеть. A vampire. Is that what I am? What we are? Such a crude word. Defined by penny dreadfuls and drunken hags. No. You are now an Ekon. And that you shall remain. Ekon. Тоже Ekon. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Это одно и то же получается. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are a... But a branch of the immortal tree. Ясно. Просто одна из ветвей. Окей, у меня есть голос в голове. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. Почему? It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Вы что ли меня создали? Excuse my forwardness, but... Там мужской голос. Are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. А? Не говорите, а почему? How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. Только самые могущественные. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. О, меня создал. Я говорю, сам Дракон меня создал. Не просто так. Меня бросили умирать. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. Может, он случайно меня создал? Как становится вампиром? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Вот это, да? То есть, получается, меня создали случайно. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Значит, я, получается, испил кровь. Это нам такого не показывали. Так, ладно, давай поговорим о тебе, леди Эшберт. Так. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. Про Скайли мы уже знаем. Глупые вампиры. Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Инстинкты, да, рвать, убивать, Уильям меня не создавал. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny. Мы это еще и поняли по анализу крови проведенного. It cannot be the other way round. Кстати, он сказал же, где мы медсестру-то, что надо провести анализ крови, что-то он мне не стал его проводить. А, кстати. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients at the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger.
Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Кровь умирающих. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. Получается, так и есть. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Она не совсем ради забавы. Тата думал ради забавы, она убивает тех, кто умирает. То есть кого уже нельзя выйти. Я, кстати, об этом тоже думал. У меня же нет ко всем по болезням лекарства. А, например, в Уайтчепеле здесь в больнице есть человек, который болеет. Там у него уже три болезни разных. И, кстати, можешь сейчас об этом? Да. Вот я про что. Вот этот, например, уже двумя болеет, мигрени, там еще что-то, у меня нет от этого лекарства. То есть рано или поздно мы его не будем лечить, он умрет. И в тот момент, чтобы он, например, ну просто так не умер, его можно выпить его кровь, получить опыт. Халяву. Вот этот человек, у него уже три разных болезни. Причем у меня нет лекарства, чтобы его вылечить. Он все равно умрет. Он все равно рано или поздно умрет. Я ничего не сделаю. Но я могу просто получить 320 опыта убивки. Она занимается тем самым. Она понимает, что человек умрет сегодня-завтра. Там часы считанные остались, его уже не вылечить. Она и себе, и ему как бы помогает. И он умирает, и она питается. What do you know about this brotherhood? Да, кстати, Святой Павел, он же входит в нее. The brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. А превенция, значит, нападает при любом событии. Так, сколько вам лет? Несколько сотен, наверное. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. Уже, 117. I've been 27 for a long time now. And 27 I shall remain. 127, значит. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Говорю уже, я же такой, какой ты, мы из народа, вампиры. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. То есть никто не знает про своего создателя. Интересно. Нам-то интересно об этом. Так, о Лондоне. Сколько вампиров в Лондоне? Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Лучше отказаться от игры. Так, ну кто напал на меня? Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Непонятно, кто меня создал, случайно или все-таки я план чего-то, интриги или игры вампиров, как она сказала. Вот. When I awoke, changed. I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious guard of Priwen. Некогда славные? Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Да я уж понял, что он прямо нападает меня вообще везде. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone,
but it seemed they have been recruiting. Yeah, там новички, синие новички, толстяки, не толстяки. Кто стал с Лондоном? I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Куда уж хуже зла-то? Как вампирами являемся. Из-за испанки? The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Какие? Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. То, гораж... Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Может, пробудился какой-то древний вампир, который там тысячу лет спал, а вдруг проснулся и в современном мире ни хера не понимает. Даже сами вампиры чувствуют какое-то зло рядом, что-то не то. И мы, и нас создали, может, для высшей цели, может, мы сможем победить этого древнего вампира какого-нибудь. Ну все, мы с ним пообщаемся. For now, my lady. Ты смотри, поворот событий, а? I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Вот образец крови. Мне как раз надо домой, потому что надо опыт распределить. Да, получается, она пьет умирающих пациентов. Я об этом тоже задумывался. Может быть, даже буду это делать. Давайте мы с вами сейчас возвращаемся к себе в комнату. Проанализируем кровь пациента, которого хотела спасти. Он у нас умер. Надо было адреналин вкачивать. Как мне написали в комментариях. Определим очки и проведем еще одну ночь. Так, вот она. Чего? Кстати, оружие. Ла, можно теперь? О, отлично. Хорош. Так, либо урон, но я теперь хочу взять кровь. Вот, потому что урон у нас был на этом, мы теперь поглощаем кровь. Позволяет получить 2,5 единицы крови, когда наносит урон. Отлично. Для чего-то уровня, конечно, не хватает рукояти. Так, и улучшить вот этот пол. Блин, не хватает 4 крошечной части. Окей, я все равно сейчас заменю. Так. Зарабатываем. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Как у Скалей. Is the London vampire epidemic transmitted Вампиры through the flu? Я же говорю, грипп пробудил. I should talk to Dr. Swansea about it. Видите, он что говорил, какой сделал вывод? Глава 3, история одной семьи. Выявить связь между вампиризмом и испанским гриппом. Из-за испанского гриппа что-то вампиры стали появляться. Не просто все так связано. Так, что у нас? 1500. 1500. Так, вот это надо прокачать. Опачки. И вот это. А это уже... Так, а тут... О. И окей. Тим. Сейчас должны у нас вылечиться люди, которым мы дали лекарства. Следующей ночью. Вылечился. Новые заболели. Второй уровень гипноза. Стабильное состояние. Окей, что у нас? 54. Так и осталось на 64. Заболела это. Этот, я не знаю, умрет скоро. Но только она болеет, больше никто не болеет. Джорджин Крей пропала. После нашего гипноза. Что у нас еще есть? У нас еще есть доки. Надо бы туда... А мы туда вернемся в следующей серии, когда пойдем за реактивами. И еще вот еще какой-то неизвестный. Так, ты чем заболел теперь? Такого у меня нету. Это у меня есть. Такого у меня нету.
Блин, надо найти средство от головной боли. У меня его пока найти невозможно. Ладненько, ну сегодня тогда все. Всем спасибо за просмотры, всем спасибо за комментарии. У нас новая ночь. Новые дела, новые работы, новые, собственно говоря, квесты. Безумно интересно и хочется продолжить, но все, всему свое время. Всем спасибо за просмотры, всем спасибо за комментарии, всем удачи, всем пока.